там. Опа! Опа! На красный полетел. Там еще Саша сейчас видит. Все, стойте. Придурок! Ёб твою мать, а! Аварийку. Включила. Пиздец, олень. Ошибись, приехали. Охуеть нахуй! Хоть заснял, блин.
Ох ты, сука, ты дран. Кошки испытывали странную страсть, как и кошки испытали. Они снова и снова. 3% до выхода отчета должна вероятность составляла 44%. Ну, вот так все быстро меняется в мире, причем в мире финансов. С вами был Алексей Завьялов. Удачи! Да мне похую, блядь. Ого! Что там? Ты ебать, да. Капец. И съебался, да? Не-не, вон стоит. Ну куда ты, блядь, едешь-то? Ну он виноват, конечно. На следующий день не по. Что можно было? Ёб твою мать, Вадик! Так вот, понимаешь? Один и туда улетел, живой он или нет? Придурок.